Очередной субботник провели в Черноморском поселении. Сделать свою малую родину чуточку краше. На улице поселка вышли сотрудники местной администрации и социальных учреждений, школьники, депутаты и просто неравнодушные жители. Наведение санитарного порядка приурочили ко Дню защиты детей. Работа кипела в центральном парке поселка. Участники субботника покрасили игровое оборудование и лавочки, подмели и очистили от травы дорожки, убрали мусор. Сотрудницы детского сада номер 8 привели в порядок детскую площадку возле многоквартирных домов по улице Толстого. Краску нам выделили, кисточки, инструменты есть. Надеемся, что всем понравится, жителям, потому что мы тоже здесь живем сами, и наши дети, внуки, я думаю, будут радоваться. Потратили мы немножко времени, но тем не менее сделали, навели порядок и красоту. В рамках субботника провели в поселении и покос травы.